Друзья мои, привет! У меня сегодня такой особый случай. Утром, ничего не подозревая, проснулась, занимаюсь домашними делами, уплетаю завтрак, проверяю почту, отвечаю вам на комментарии. И тут смотрю сообщение от новой почты. Думаю, что там такое? Посылка, ребят. Посылка, смотрите, какая у нас осень. Теплынь вообще, красота. В общем, посылка. Я подумала, что от Ольги Вовк. Там три орхидеи вместе со своей подружайкой мы заказали. Ну, как бы подумала, что Вовк. Что Оля прислала. Потом посмотрела, смотрю, что вообще это абсолютно другое. И получается, я, значит, спокойно себе, вернее, уже не спокойно, начинаю вспоминать. Посмотрите, красота. Что же это было? Кто же это заказал для меня орхидею очередную? Я вообще не помню. И тут до меня дошло, что это моя хотелка приехала, японская. Хатуюки, девочки, Хатуюки. И с ней прицепом приехала еще маленькая бабочка в размере 1,7. В общем, я, конечно, бегом. Сейчас выходные. Думаю, надо бежать забирать. И вот иду, сейчас заберу. Ой, наступила на орех. Мои любимые миньончики. Причесочки у них уже такие осенние. Посмотрите на эту прелесть. А вот этот мой любимый вообще такой класснючий, да? Вот еще один. Вот такая прелесть. Друзья мои, вот и коробочка. Сейчас я ее раскрою. Здесь очень легко снимается скотч. Поэтому мы с вами с легкостью ее вскроем. Ты тоже будешь участвовать? Привет. Я тебе не взяла вискоса и чего-нибудь еще. Я не знала, что ты будешь тут гулять. Да, моя красавица, ты красивая какая. Ты будешь со мной распаковывать? Ой, красотка. Ну, давай, будем вместе распаковывать, давай. Видите, у меня тут есть компаньон. Ценитель красоты. Так. Ой-ой-ой. Должно быть две. Что там за салфеточка лежит? А, это типа, чтобы не мотылялось или что, не могу понять. Ну, ты идешь распаковывать? Ты идешь? Не пахнет едой, да? Не пахнет. Едой не пахнет. Так, здесь уже посложнее нам будет. Что? Не пахнет едой. Слушай, подожди. Караул, это не цвет, это не еда, это цветочки. Слушайте, с одной стороны я раскрыла. Она не понимает, что ты тут все пораскрывала, да? Так. Кися. Мне надо найти, достать Хатуюки, понимаешь? Ты понимаешь, у меня тут Хатуюки лежит. Ты, кошка прям вообще. Все. Так, девочки, я уже тут разорвала, потому что не могу достать красоту. Так, это бабочка. Бабочка. Видишь, это бабочка. Спокойно, аккуратно, она несъедобная. Я же этими всеми упаковками шуршу, понимаете? Все, свалила она мой ящик. Так, девочки, это бабочка Франк Мэй Эхот. Вот такая вот маленькая. Бабушка идет, говорит, вам не надо котика. Я говорю, нет, спасибо. В общем, вот такая вот, девочки, красота.
Неплохая растюха, да? Неплохая. Котейка успокоилась. Ты успокоилась? Ты видишь, что это цветочки? Так, не-не-не, аккуратно. Кушать нельзя. Коробку дай сюда мою. Господи, боже мой. Ты можно... Так, и вторая, ребята. Вот это самая она. Самая она. Самая желанная. Так, ты тут не ходи. Не ходи туда. Твой хвост мешает мне снимать видео, понимаешь? И ты понимаешь, что оно несъедобное. Сейчас пойду тебе куплю корм. Не на жера. Девочки, их тут кормят часто. Не топчись мне по бабочкам. Боже, ты что, хозяйка этого пня? Так, девочки, вот Хутуюки. Вот такая вот. Все, она пошла на другой пенек, обиделась на меня. Вот, Хутуюки. Вот такая вот классная Хутуюки. Она очень, смотрите, какая компактная. Ребята, она у вас, наверное, цветет очень хорошо и часто густо. Напишите. Потому что, судя по видео, прямо такие грозди выдает. Обиделась, обиделась. Поняла, что со мной дела не будет. В общем, посмотрите. О, боже. Еще и песик бежит. Ну что? Вы что, все голодные? Вы все голодные? В общем, ребята, вот такая вот покупочка. Не спонтанная оказалась сегодня. Видите? 1,7. Вот такой вот малыш. Малышарик. Бабочка. Еще раз название вам скажу. Я вставлю фотографии. Франк Мэй Эхот. Он такой желтенький. Он чем-то похож на спот леопарда. И вот это вот красота. Что, ты все? Ты со мной не разговариваешь? Все, она поняла, что нечего тут ловить. Вкусняшек не оказалось. Так, собираем мусор. И вот такая вот осенняя распаковочка, ребят, на пенечке. Что скажете? У кого есть вот эта бабочка? Она, наверное, недавно появилась. Немного видео про нее. Есть парочку, я смотрела, такая желтенькая, яркая, с красненьким. Ну, это красота вообще. Вообще она мне очень нравится. Классная. Ну, вот корневая хорошая. Ну, и здесь корней полно. Девочки, это от орхидеи свиту. Орхидеи мира. Классные азиаточки. На пенечке. Такая вот красотень. Сегодня тепло. И есть еще возможность поснимать на природе, пошуршать листиками. Пенечек прям само то. О, упала. Все, сейчас пойдем отпаиваться. Но они вот это просушено хорошо. Это еще такая влажненькая. Ну, тепло на улице, 20 градусов. Хорошая теплая погода. Хотя их вот уже запаковали. Все, друзья мои. Обнимаю вас, мирного неба, всего самого-самого наилучшего. Пусть будут счастливы все вокруг. Мира и добра. Обнимаю. Пока-пока. Привет из Одессы.